Всем доброе утро. У Андрея тут новый диванчик красивенький. Я думаю, что там меня так тащит к себе? Говорит, ой, мне сегодня так... я так хорошо выспался, у меня такой удобный диван. Думаю, что ты про свой диван так расхваляешь? А тут прихожу, а у него новый диван. Ну реально классный, намного круче, чем был. Вот реально круче, чем был. Тут прям так удобненько, и можно теперь видосики снимать красивым видом. Да? Угу. Вообще шикарно, мне нравится. Он очень, кстати, вписывается к тебе сюда. Да, я знаю. Мне нравится цвет такой прикольненький. Так что вот такие вот новости у Андрея. А, все, я никуда не еду, я остаюсь спать тут. Сегодня я сплю тут. Так, я сейчас поставлю камеру. Зашла, короче, на чай на 5 минут. Сейчас пьем чай. Кстати, чайник закипел. Думаешь? Да, я слышу. Иди, пожалуйста, сделай, пожалуйста, чаек. А я поговорю с ребятами. Так вот, короче, зашла к Андрею на 5 минут на чай. Он же умолял, говорил, там у меня для тебя сюрприз, тебе понравится, тебе понравится. Все, это на выходных у нас с ним новый диван, будем спать тут. И на улице просто идеальная погода. Все, мы с Андреем будем теперь ходить гулять. И, возможно, будем ходить на пробежку. Но пока... Ну, пока холодно. Не знаю, короче, будем ходить на пробежку, скорее всего, с ним. И реально идеально. Вообще погода супер. Не хочется домой, хочется гулять и гулять и гулять, и дышать свежим воздухом. Наверное, надо взять как-то сестру свою и пойти с ней погулять. Потому что мы с ней столько времени уже не проводили время вместе. Так давно с ней не гуляли, я уже хочу с ней погулять, хоть немножечко. Сейчас, наверное, мама посмотрит, как скажет, о, так на тебе сестру. Раз ты так соскучилась, можем предоставить. Хочу с ней погулять, в общем. Надо ее куда-то свозить будет. Не, ну диван реально крутой. Так, типа, удобненько. И можно спокойно посидеть, теперь есть спинка крутая. Можно так опереться на диванчик, все. И хорошо ты. И чаечек, и смотришь такой фильмец. Вообще идеально. Мне нравится. Вообще хороший, короче, диван. Я заценила. Мне понравился сюрприз Андрея. Там просто хотели заказывать диван в большую комнату, и заказали этот. И я так понимаю, он выпросил его сюда. Господи, у нас такое только что с Андреем произошло. Серьезный, между прочим, был разговор. Я просто пошутила. У него, как его пробило на смех. Успокоиться не может. Человек не понимает, что это за обдолбанный наркоман. И просто ржет. Типа, говорит и начинает ржать. Говорит и опять начинает ржать. А потом говорит, вы не подумайте, я нормальный, я не наркоман. Ой, короче, это просто я такая шутница, рассмешила двух людей, одного не знакомого, второго вот эту. А, солнышко! Ну ты чё валяешься? Ну пойдём, пожалуйста. Давай, сходим в магазинчик и придём. Ты сейчас свалю Давай. Ну пойдем. Ребята, солнце уже такое, надо уже очки одевать. Я уже их достала, я уже их нашла. Вообще, просто идеальная погода, уже весна начинается. Но мне кажется, еще холодно все равно будет, еще холода, естественно, придут. Но уже радует, что есть такая солнечная и теплая погодка. Сейчас идем с Андреем в магазин, а потом вернемся и будем вот там на самом верху сидеть. Так что вот такие вот дела. Мы пока шли на речку. Серьезно, скоро так, я никого не нашел. Серьезные вопросы. Отчисляют пацаны. Да я не думала. Как твои дела? Нормально. Солнце светит, всем одинаково. Короче. Мы когда лежали. Да.
Вот что за тучи сзади? Чего они все подглядывают? Да. А? Я в Wi-Fi не подключаю. Короче, я взяла в магазине радугу. И, Андрей, покажи свой язык. Какой варик отец постоянно. И у Андрея теперь белющий язык, и у меня тоже. Быть не может такого. Ужас просто. Арик стрим? Тут теперь постоянно вкус варик. А я тоже почувствовал, как раз когда ты выдыхал. А что такая... Серьезные разборки. Просто очень серьезные разборки. У нас очень серьезные. С тобой? Ой. Короче, вот такие вот дела. Нет. Я уже, короче, приехала сейчас на Троещину, иду на почту, зайду, хочу посмотреть, есть ли мне посылочки. И забегаю быстро за сестрой домой. И поедем с ней по делам. Потому что, не знаю, мне так хочется с ней поехать. Я так соскучилась, если честно, за ней, потому что в последнее время я мало дома бываю. И если приезжаю, то уже поздно. И занято, так что вот такие вот дела насчет Киры, поэтому соскучилась, хочу взять с собой. И, в принципе, вот такой вот вечерочек у меня получается. Я даже не застелюсь, мне настолько прям тепло, вот мне еще было жарко. А в 73-м, пока ехала в автобусе, пришлось открывать окошко. Так что вот такие вот дела. Блин, уже такая классная погода, уже скоро лето, тепло. У меня прям аж настроение. Расцветаю. Кто такой клык? Клык Покуста. Мы, короче, с Кирой выбрались только что. Сейчас будем ехать по делам, да? Да. Ты крутая? Крутая. И взрослая? Взрослая. Короче, будем сейчас ехать по делам, ждем троллейбус. А ну-ка, рассказывай. Давай, показывай и рассказывай, что где. Так, а ну-ка идем туда, к куклам. Покажи, какая у тебя тележка. Давай, вези ее. Где кукла? Вон она. Кто это? Микки Маус. Да, Минни Маус. А смотри, какая собачка. Какая? Вверху. Вон. Пойдем дальше. Кируня, пойдем дальше. Ой, смотри, какие вот. Кир, смотри, какие собаки красивые. Ой, Моня. О, смотри, принцесса София. Что такая? Она не такая? Вот. А так он. Вот. А, хорошо. Пошли еще кого-то посмотреть. На ту сторону, я знаю, там еще есть. Ой, смотри, у них двухэтажная кровать. У нас такой нету. А смотри, вот машина какая. Смотри, какая красивая. Видишь, вон? Мама синий. Это кто? Он издает звуки? Да. Нет, он. А ну покажи, какой этот. Вот такой. Класс. Пока не работает. Угу. Не работает? Не работает. Ну, бери другого. А это уже... Крутой, да? Крутой. Спасибо. Вот такой. Как тебе такой? Тоже классный, да? Ой. У него хвост большой. Ты его за хвост и закинул. А ну-ка. Боже, какой.
Работает. Ложи. А теперь хочешь, я тебе что-то интересное покажу? Кира. Давай. Ой, смотри, как... Так, не доставай все, потому что сейчас упаду. Смотри, какая мартышка прикольная. Вот такой. Ага. Ну все, ложи. Может, пойдем уже? Нет. Пожалуйста. Не пойду. У тебя нет тогда детей? Есть. А что ты такая взрослая? Вот там... Иди, иди вперед. У меня нет. Нет, у тебя нет. Смотри под нож. Там есть. Так что ты такая взрослая? Потому. Выросла. Выросла? Да. Понятно. А ты в магазин идешь? Да. Понятно. Просто. За хлебушком? За хлебушком. Сырой. Понятно. Молодец. Ну, беги в магазин. Жду от вас лайки, подписку. И всем спасибо за просмотр. Я вас всех очень люблю. Всем пока.